А ты какие хуйни? Считывай. Да, по рознице пришлось покупать. Они гоп не продают. А можно, кстати, это уже запускаться, да? Готово? Да мы уже, считай, начали. Всем добрый вечер. Ты нажал же уже? Нет. Нет? Отстой, нажимай. Хуёво. А чё таймер идёт? Ну, наебал получается. Ну чё, мы всё, мы начали. Мы начали, да, вот так спонтанно, да, первый раз. Первое видео в новом году получается. Да, первое видео, возвращается, короче. Всем привет, всех с Новым годом, давай пей. Самовар, по столу, да? Да. Так, а что у нас сегодня? Сегодня у нас крафтовая жижа. Родом с Есикталка. Форму привет. Да. Все ее знают локально. То есть это такая локальная жидкость. Те, кто на Есикталке, с ней давно знакомы, они вот там с 15-го шлепают уже эту жижу. Одно время даже мы ее продавали. Она была в 30-ках. Там были поменены чуть названия. Там какие-то было раньше, по-моему, с номерами. Сейчас у них преимущественно это табачка. Соотношение 50 на 50. Что еще сказать? Мы будем пробовать. А крепость какая у нас идет? Крепость троечки, да, я заказал. По поводу конфетки. Вот, если вы купите 10 баллонов этой жидкости, то вот такую конфетку вам производитель вложит в подарок. Как вложил нам, когда мы заказали это, да? Это точно конфетка? Это конфетка, да. Она называется... Называется она кремка. Кремка! Знаешь, это освежитка. Кремка. Кремка. Кремка, да. Кремка. Ну, лучше кремка, чем петушок. Жижа не премка, конфетка кремка. В общем, погнали, что, короче. Давай. Первый вкус это будет Apple табака. Apple табака. Ну, Apple здесь табак. Расшифровывать нечего. Она жиденькая. Табак с яблоком. 50 на 50. Заливаем. У меня новая дрипка. Парк обновился. У меня теперь, что оно называется-то, я все донг, дэнг, дэнг, эрдей. Хлопаем, короче. Да. Привет омбою. Да, и поздравим Артемия с приобретением. Отзыв. Подрывки. Отзыв. Она охуенная. Ну, это нормально уже, кстати, говоря. Понимаю. Она реально охуенная. Не, она очень удобна, на нее кайлы ставить. Там нет стоек, просто воткнул и затянул. То есть, и если даже такой без руки, как я, поставить кайлы, то это о многом говорит. Я наконец-то прошелся наждачкой по этому проставке. У меня мех не фаерит, да. Теперь мы не взорвемся? Нет, теперь нет. Все, давай, погнали. Арман. Легкая такая жишка-то. Легкая табачка. Легкая яблочко и легкая табачка. Яблочко такое достаточно бодрое. Яблочко бодрое такое. Ну, хорошее. Но не кожура. Не кожура, просто как зеленое яблочко. Именно яблочко. То есть табачка вкусная, сладенькая. Ну, на постоянку пойдет. Вполне любителям около табачных вкусов. Она, мне кажется, немножко терпковатая табачка. В хорошем смысле. Она сладкая. О, сладкая табачка. Сладенькая, я бы не сказал, что она сладкая. Ну да, сладенькая, да. Сладенькая. Кто? Сок, бум-бум. Да мне теперь страшно, блин, тут. Ну кидай уже. Ну ты не переворачивай. Я не могу так. На перцах тренируйся. Ты сюда, если я ему перец кину сейчас. Я тебе два, блядь, верну тогда. Нет, ну что, хорошее. Не, без ничего плохого не могу. Бешуток прикольная, да. Кстати, наверное, зайдет и этим любителям подсистем 50 на 50. Ну, она жидкая. А крепости есть разные? Ну, я заказывал троечки, там, видимо, как списаться. По всей видимости, могут, там, да, шестерку под заказы, сделать, наверное, да? Сделают и шестерку, может быть, даже и больше. А следующий вкус будет хани табака. Ну, то есть это опять табачка, только с медом. Табак с медом. Ну, главное, чтобы не отдавал, как... Да. Чтобы не это было. Бомжей мне отдавал, да. Спирит, чтоб не был, да. А, спирит, да. Ну, здесь... это в Казани любят, если что, мы в Казани отправим. Есть обычно никотин не солевой. Получается. Пахнет прикольно, кстати. Вот тоже. Даже я яблочко, даже Вики порекомендую. Привет, Вики. Да, кстати говоря, с прошедшим праздником. Она все равно будет смотреть по-любому, здесь табачка.
Ну, пахнет оно очень приятно. Не, носка не отдает. Ну, вкус не будет. Никакого переарома. Пусть оно... На спокойно. Ну, я так понимаю, здесь вся линейка будет спокойная. Нет, это хорошо. Хорошит? Да. Ну, здесь по мне все-таки преобладает именно табачный вкус. Какой-то шоколадный оттенок какой-то. Ну, что-то такое есть, да, кофейное. Кофейный, шоколадный. Ну, мне не очень нравится, потому что я медовый тоже как-то не очень. Ну, мое, мне вполне першит. Парибельно. Першит? Першит, да, сильно. У тебя с мехом проблемы. Нет, с мехом у меня уже нет проблем. Все проблемы с мехом у меня остались. Ты закапал? Да, 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 да. Просто сладкая табачка. Сладенькая такая табачка. Ну вот, как в начале она заходит, мне нравится. После вкуса мне не очень нравится. Не, она пишет сильно, пишет, причем в смысле ТХ. Она остается на горле. А тебе что, понравилось? Артур? Не, не мое. Нет? Прям совсем? Вообще. Тема тоже. Ну, просто нормально. Сладкая табачка, типа. Не будешь даже? Не, она на вдохе очень приятная. Вот выдох. Выдох у меня стыха лично. Причем неприятно. Нет, у меня стыха вообще нет. У меня тоже. Вот. Ну, здесь нет такого, да, как в спирите. Стыха нет. Нету, никотинчик очень ровный. Правда, не знаю, какой. Вкус просто табака. Просто табака. Просто табака. Вот интересно, это какой просто табака? Ну, сейчас узнаем. Мне больше интересно, что в бутылочке с надписью Sunset. Sunset – это тоже табачка. Ну, видимо, с фруктовыми какими-то нотами. Значит, ну, праздничная какая-то. Нет, вот которая левее. Угу. Сейчас до нее дойдем. Ближе к спириту. По логике. Ну, знаю. Вкус не очень яркий. Не вкус, а запах рассвета в метро. Ну, вы уж не шепчитесь там. Говорите четко, громко. Нормально. Нормально? Но это, мне кажется, такой же табак, какой был в предыдущем вкусе, с медом, только без меда. Просто мало заката. Нет? Ну попробуй. Не знаю, здесь... Он другой. Он другой, не такой. Да. Здесь больше какие-то, скорее, ореховые какие-то ноты. Какой-то... Мне кажется, зеленцой отдает какой-то небольшой. Траву нашел. А именно вот ореховостью такой лайтовый и зеленцой. Флоральность? Флоральность? Флоральность, да. Сейчас Арман придет, скажет. Это слово. Выпускается? Ярорай. 15-го года. Да. Будешь пробовать? Ну, по мне, ничего особенного. Ну, как бы, не знаю. Ну, легенькая табачка. В принципе, наверное, многим понравится. Я с Мишей соглашусь, на выдохе зелень есть. Зелень, да. Я почему-то как-то не чувствую зеленцу никакого. Как по мне, на запах жареной семечки. Да? Вот, ну как будто ты ешь не прожаренный шарику. Сырой орех фундук. Да, вот, да, вот. Сырой, недозрелый. Недожаренный. Да. Не, не рискнешь? Да, у меня побыл. Нормально. Ну, следующий вкус прям, ну, классик, да? Вирджиния, да? Это я, кстати, нюхал. Она похожа очень по запаху на этот флейворартовский ароматизатор Вирджиния. Очень похожа. В хорошем смысле? В хорошем, да. На запах, как на вкус, не знаю. Что-то у нас сегодня такая тишина какая-то. А еще после такой... Нового года не все восстали из салата. Не все проснулись. Такая домашняя атмосфера. Легкая. Да. Пахнет жареными семечками. Тишина. Домашняя атмосфера. Только что на сковородке их пожарили, да? Шампанского. Может, не надо? Последний раз шампанское в кадре кончилось не очень хорошо. Да и за кадром. Это очень. Это странно. Прикольно. Вернее, такая должна быть? Ну нет, здесь что-то другое.
присутствует одеколоновость легкая. Есть какая-то, да, такая. Да? Парфюмерия. Да, да. Мне даже аккумуляторы сели. Не соблаговолите ли вы? Вот там какие-нибудь. Ага. Нет, тоже мое. Что-то все не грустно, блядь. Сейчас дойдем до манго, будет весело. Не понимаю я ее. На чем-то отдает, а я не могу понять чем. Артур? Лови. Может понравится, кстати. Ну, такая. Из всех из них самый яркий. Не, ну она ни разу не банальная. Но она чем-то отдает неприятно. Послевкусие. Да, да. Какая-то шляпа там есть. А в смысле, то есть это не косяк, это, видимо, специально, но мне не нравится точно. Поначалу запах похож на кофе. Потом еще, как бы сказал Арман, прислушайся. Так, вы прислушались там и что? Ну, запах кофе. По вкусу. По вкусу одеколона. Вкус есть, да, парфюмерность. Ну, как в корице. Есть такой, да, одеколон. Он тоже не как в корице, но такого же рода. Ну, вкусно. Вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Добрый. Согласен, да? Ну. Ну, шляпа, да? Помните, когда мы миллион выпусков назад пробовали еще вон там? Да. Там у нас почти все. И мокрая пепельница, и бабкины духи. Нет, ну это и могила. Это мягенько заходит. Это смесь всего вместе взятая, да? Не, вот это, ну, типа, вот. Это бабкины духи вот такой. Да. Для меня. Ну есть, да. Парфюмчик от дальше. Фисташка. Фистачо. Фистачо. Кстати. Табак с фистачей. Табак с фистачей мне нравится от Пермон. А я не помню. На соля. С абрикосом пробую. Ну соль, говорят, дно. Не знаю, я так не считаю. Сдул. Подик. Орех какой-нибудь похож на себя. На фисташку? Да. С пивком, да? Угу. Нормально. Как раз после Нового года орешки пожарил. Солененько. Покурил, да. Пожарил орешки, покурил. Не, фисташка прикольная. Основа табачная мне такая тоже не нравится. Раз, два. Это тройки. Да. Тройки, да. Причем-то достаточно плотные. Притом, да. Очень плотные. Нормально. Очень плотные, да. Нормально. Не-не-не, Тём, они... Они добрые. Они добрые, да-да-да. Нормально. Ну, водички уже охота. Понимаю. Ну, я не знаю, по мне фисташка, но она как-то не ярко выражена. Не, фисташка клёвая. Мне вот это понравилось, это годное. Не-не, вопрос согласен. Фисташка супер, но вот сама основа мне не нравится табачная. Кстати, Стас, налей воды реально, да. Если как бы не очень фанат табачки, но хочется фисташек жареных, да, можно, да, вот. Ну, другой стакан. Попробовать. Понимай. Да вон стаканы стоят. Потому что да. Вштыривает, да? Вштыривает, да. Вштыривает, да. В общем, это какая-то немного тхасенькая, мне кажется. Не, мне тхашка была самая большая именно вот на меде. Там, не, у меня там нет, вот здесь вот, да. У меня там, как сказать, такая вот тх противная, понимаешь? Ну, смысле, вот, да, то есть оно, как сказать, не тх, а вот оседает в горле, неприятно. Отпей немного. Вот, и от души надо. Давай, перед. Так, осталось только теперь все. О, это. Все. Аккуратнее. Ты так просили воды? Халяк. Пожалуйста. Их есть. Краев не видит. Пиздоньки. Так, фистачо. Ловим. Фистачо. Так,
Кустер табака. В общем, сливки табак, все дела. Ну что, эксперты из зала скажут? Да запах ничем вообще не пахнет. Вот я тоже помню. Нет, чем-то она пахнет. Не, ну чем-то. На вкус она неплохая. Печеньем она пахнет. Орех. Да. Но не сильно я. Орео, да? Ну, Орео, мы таких печеней не пробуем у себя. Мы не, чай не графья. Юбилейная, блядь, там нормально. Земляничная. Прошлогодние 200 рублей килограмм. Да. Из бабушкиного шкафа, да? Да. Все, знаешь, это не в целлофане, а в такой бумажном. В бумажном сверху. В пергамент. Да. С египетскими письменами, да. Ну что скажете? Не, рынки. Про сливочки. Противные. Не сочетается как-то вообще. Вообще не попали. Табак со сливками нет. Да. Табак со сливками сочетается, но это противное. Вам прошу прощения, со сливками нормально? Нормально, ну. Ему нормально. Все, прошу прощения, да. Дерзил был неправ. Ну вот здесь это, ну, в том же самом табакомонстре там же есть вкус со сливками. Бррр, что-то я обкурился. Ну, ты говоришь, я теперь согласен, я, да? Мне навело на это. Он да нормально, это никотин. На кремах. Не, никотин, короче говоря, да. Ну что, порядочный на самом деле. Ну что? Надо еще воды. Ну что, Тём? Ну, ему же монтировать, да. Добьем 4 банка. Ну или передохнёте чуть-чуть. Что у нас? Там у нас осталось самый этот. Что у нас там дальше? Сансеты. Сансет. Дайте воды. Давайте воды, сестра, на. Воды. Ну все, перерыв что? Да нет, мы снимаем, пьем и снимаем. Пьем и снимаем, как всегда. Да вот под шампанским был бы ништяк. Блять, я не сомневаюсь, ни секунды нахуй. Прям добрый вечер. Я из банки я не понимаю, чем пахнет сансет. Ну мне показалось, там какие-то фрукты. Я по запаху вообще-то пока не почувствовал. Ну да, может он не табачный вообще. Здесь надо выглядеть. Кустарт. Мишель. Прошу. Или нет. Посыпь немного. Давай, кстати, да. Смотри. О, все, задымит. О, я как раз хотел сказать, сделай зеленый, и тебе потом в тречку туда что-нибудь. Не-не-не-не. Я передумал. А что? Ну там уже как бы. Ну что, ничего похолопало, чего? Петарду. В виде член. Какой-то. А ты что, не залил солнце? Ну я залил, но я бери это. А на синем ходить не хочешь, что ли? Ну, тёма футболка синяя тоже. Ну. Во, розовый будет нормально. А тут можно ничего не делать. Не-не, Миш, ты либо синий, либо зеленый делай. Розовый безопаснее, да. Розовый не в корячке. Да в корячке. Профессионал. Надо будет и без цвета в корячке. Ничего. Есть табак, да? По-моему, да. Есть. С какими-то цветами, да. По-моему. Цветочный вкус, да, есть. Какая-то ромашка, я не знаю. Табачка с ромашкой. Вот такой. Ну, не ромашка, васильки. Да опять какие-то духи. Пизды. Будет туч? Нет. Сбрось, а то уронишь. Лего. Понюхайте там, понюхайте. Мы понюхаем, ты мне не даешь нюхать. Спасибо. Не, это непонятно, как я. Как сказать, ну может быть это и круто. Парфюмированные, соусированные. Чем-то на золотое руно похоже. Это что золотое руно? Ну, сигареты такие были, ароматизированные. Советские. Да. Флаг. Ни о чем вообще. Давайте тогда. Нет, знаешь, мокрый табак. Это так сказать. Хит. Мокрый табак. Грин манго, да. Грин манго. Грин манго.
просто зеленый манго без табака? Без... Да, должен быть, да. Чисто. На самом деле, я не знаю. Давай. Как-то выбивается первый из линейки немножко. Ну, специально, там, может быть, его долго делали. Кровянистый. Они как пишут, что он зеленый. Ну, пахнет. Пахнет манго. Травой. Будет какое-нибудь мыло. Кому есть, блядь. Да? Не то, что стандарт, да? Ой, хорошо, что Олег первый пробует. Можно много не наливать. Когда Олег пробует, много и не нальешь. Кому манги? По новогоднему стриму, да. Я его не бил уже. Да. Я даже как-то боюсь. Ну ты аккуратно. Такое лицо. Не затягивай. На лично лицо посмотри и не затягивайся. Если продувай сразу, блядь. Пацаны. Фэри. Охуительное, да? Охуительное мыльцо. Да. Это ну, как будто ты шампунь вместо головы себе в рот залил и пополоскал его там. Не, если ты в душе, в принципе, моешься, можно как бы сочетать. Как ну он же зеленый, он такой. Не, ну он еще и мыльный, помимо зеленого. Травянистый. Нет. Из фавелла. Он именно мыльный. Да, вот, да. Обычно мы всегда говорим, шампунь. Жижа подмыливает, но это даже не подмыливает, она прям, ну реально просто какая-то высота. Ну, не надо, не делай этого. Он мерзкий. Ты хочешь приобщиться к великому? Я ну, уже лизнул. Ты попробовал? Я лизнул. Ну, лизнул фигня. Вы пробовали спирит? Типа, камон. Давай, запасывай тогда, давай. Скажи, скажи свое виское слово. Ладно, сейчас он топарит там. Давай, убей нас. Ну, это кустарт еще. А сейчас тебе после этого ты кустарт не почувствуешь. Да сейчас мне пизда будет, здесь сам бухан. Запах такой в помещении, как тот взвод бомжей. Блять, ну, бомжи это табак и манго, да? Табак и манго, блять. Взвод, взвод, блять. Ну ты не затянулся, не? Давай. Да. Ну и как тебе? Лишь слезы проступили. На, выдыхай его на этого. На. Чисто елка зеленая. Да ладно, я мыло нет тебе? Нет. Ты на язычок попробуй. Не, зачем на язычок-то, если парят будет не пить? Ну у него там, понимаешь, у него там намешано всего. Поэтому, может, и не понять истинную природу. Ну, ну я не чувствую, у тебя там табачок тут такой. У тебя мыла нет, да? Нет. Что-то с рецепторами. Да, я считаю, его там просто сожжет вообще. Ну, не знаю. Не, ну это, ну, помните, как мы этот пробовали? Это... Мандарин с этими с дровами. Да, да, да. У вас мандарин с дровами, у меня нормально. У тебя нормально. Ёлочки, да. Типа. Ну, в общем, о, короче, у тебя все оригинальный ёлочки. Манго. То, что непонятно, то елочка. Ну, у Тахиру. Там мандарин всех... свой был вкус. Карамель. Нет, Тахиру бы понравился, наверное. Тахиру возможно. В общем, следующий вкус будет самбука лайт. А еще есть не лайт? Да, есть не лайт. Начнем с лайта. Там с анисом, а, там просто самбука еще. Да. И две. Не, никотин тут, конечно, он добрый лютый, вечер. Он лютый, лютый, лютый. Ну, смотри, подожди, мы парим жидкость 50 на 50. Да, с лютым никотин. На дрипке. На дрипке, да. Да. Народ удивляется, что у нас тут разносят с никотином. Уже литра нету. Вот я последний. Я анис не люблю, поэтому это буду, не, буду не объективен. Ой, это... анис хорошо. Это... А кто его любит? Я тоже его не люблю. Не, его многие люблю, любят. Да, нет, но мы не с темой это вообще. На форуме это, там да. Пищат с этого самбуки с этой. А, то есть топ прям. Ну, топчик, да. Ну, форума в 2020 году, да, дело хорошо, доброе. Ну. Ну, кстати, неплохо, не страшно. Может, еще что-то против смайли? Я это парить не буду. Сделано неплохо. Ну да, она хороша реально. Без шума. Это лайт, это лайта, а что ж тогда? Это вообще взрыв. А это тунгирска будет просто. Там тунг, да. Ловим? Да я только ставлю бура. О, нет. Она неплохо сделана, но это просто ну, мне это парить не будет. Я нормально, мне нормально. Ну согласен, да? Мне нормально, она и сам по себе мне нормально, потому что я к анису нормально отношусь. Она сделана неплохо. Я анис вообще ненавижу, поэтому я даже вот эту пробовать не буду. Не надо. Ну как так? Не дурна. Надо, ну, блядь, а чуть-чуть. Я не могу анис переваривать. Ну, простите, но... Ну, по крайней мере, что заявлено, то там и есть. Нет, она неплоха, да, она неплоха, вопросов нет к ней, но просто вкус не мой, это однозначно. Там аниса лайт, а тут, наверное, аниса по полной.
Там лайт был? Это лайт. Анис лайт. Самбука лайт называется. А это просто самбука будет идти вкус. Пизда? Я даже не знаю. Уверен? Уверен. Я уже, я каплю, просто каплю. Мы его для этого и зовем. Чисто, чисто для пипола просто, реально, убью себя. Для твоих подписчиков? Да, для моих этих, да. Все 5 человек будут рады. На ТикТоке. У нас, кстати говоря, уже 150 с чем-то там, да, почти 500. Мы приближаемся к отметке 200. Нам скоро кнопку дадут уже. О, победа. Вот это мое почтение, да? Слабак. Туда, туда. Слабак. Пизда Анису, да? Налить водичка? У меня есть кофе. Ну это почти ты. Кофе подберу. Почти. Вкус, Миш, кофе. Как тебе? Мне? Как любителю синей тунгуски нормально. Как это вообще можно? Вот у меня один только вопрос. Как это можно? Блин, я хочу попробовать. Полные легкие можно. Я еще на вкус и цвет, Олег. Кто-то парит спирт. Кто-то парит. Ну да. Ну как парит. О, отвратительный вкус. Ну может все-таки употребляет? Не-не-не, я анис не. Анис не предлагает. Анис туда, на галерку. Не предлагает. Не знаю, мне нормально. Вкус нравится. Ну, просто анис я не могу. Для меня лакрицы пахнет. Ну там она присутствует. Анис не моя. Все нормально по тебе? Тоже хорошо, да? Нет. Слабачки. А ты напасни. Ну и что по итогу-то? Я хочу никотин сказать. Он злой. Никотин хороший. Торкой. Да. То есть он реально есть, честное прочее. Ну да, 3,5. Пар табачек мне понравились. Первый вкус был очень. Вот яблоко-табачка мне понравилось. Да, яблоко-табачка. Чистое, возможно, немножко. Все остальное мне нет. У меня вот яблоко и вот это вот нормально зашло. Фисташка. А, и фисташковая, да. Она была самая лайтовая. Подложка понравилась, табак не понравился, точнее, наоборот. Фисташка понравилась, а сама табачка. Вирджиния. Вирджиния нет, она была какая-то парфюмерная. А Сунсет? Сунсет никому не понравился. Нет. Ну да, в общем, яблоко, фисташка, наверное, да. Я думаю, шестерку, вот если они сделают такой, то вполне можно поду и вообще идеально. Потому что тройка хорошая, шестерка, я думаю, для подов вообще нормально будет. Так что да, производитель задумайся, сделай для поп-системы. Вот и все. Вот и все, меня разнесло, блин. Нет, кстати, бьет по башке. Просто бьет. Ну, нормально. Кому нам-то? И один здесь. Виднеечко на любителя. Все ушли уже домой. Вкус не ярко выражен, в принципе, сидит, что хорошо. Они не переоромленные, да? Не переоромленные, так что имеют место быть. Покупайте. Или нет, да? Да, да. Все, что ли? Ну все, да. А, ну все, тогда да. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. И стремимся к 200 подписчикам. То у нас такой сегодня грустный этот. Пишите нам добрые, веселые комменты, чтобы мы улыбнулись в следующий раз. Я, кстати, сильно на тут мод клевую наклейку наклеил. Ну, правильно. 18, плюс 18. Да, да, да. Страйков-то не было. Олег. А ваш тут стоит, тут все видно. Ну, я презентую ее на всякий случай, кто у кого стоит. Замазать придется. Еще и за стакан ее поставил, чтобы это было. Кубиками. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Позитивные только. Да, плохие, блядь, нам этого нет, не надо. Почему? Что-то. И всем моим 500-ам тоже привет. Да все твои, все 155. И сколько ты? Мама. Салют. Все. Всем пока, до следующей среды. Чмаки.